Ну что, я расскажу, что такое Майдан 2. Ситуация существует в том, что существует команда. И как команда пойдет, или как, знаешь, получается, что есть корабль, который поплывет дальше. К сожалению, именно Украина на берегу абсолютно неправильно обсудила те возможности, которые должна была обсуждать. Однозначно, что произошло, люди устали от коррупции. Поверь, что 90% люди видят, что чем хуже, тем хуже, хуже, хуже. И люди просто восстали. Но не зря говорят, что в каждом стаде находится пару паршивых овец, которые портят стадо. Или, предположим, одна ложка дегтя, которая портит бочку меда. Существуют провокаторы, существует провокация в СМИ, существует провокация на телевидении, существует провокация пропаганды. А вот это и подтолкнуло людей выйти на улицы, выйти сжечь. Но самое обидное, я как человек из силовых структур, мне было безумно обидно и жалко смотреть, как умирают и подставляют моих братьев. Моих братьев по оружию, я с ними был и в Таджикистане, да, и провожал ребят в Афганистан, и много-много, я в душе я очень сильно переживал. Но это было, это нужно было сделать, это было нужно сделать, потому что, ну правда, народ устал от того произвола, который происходил на самом деле на протяжении 10-15 лет.